Александр Потапов волонтерством занимается с начала проведения антитеррористической операции. За это время ему удалось отремонтировать не один автомобиль. За это время мы отремонтировали свыше 50 единиц техники. Вот, ремонтировали для 95-й, для 24-й, для 72-й, для 55-й нашей. Вот. Как этот весь процесс происходит? Так как у нас общественная организация, у нас все это на добровольных началах. То есть мы ищем организации, которые бы могли с нами сотрудничать. Это вот СТО. Этот красный УАЗик – гордость Александра Потапова. Его удалось заполучить за минимальную сумму – 6 500 гривен. Возраст автомобиля солидный – 21 год. Впрочем, машина на ходу, и даже сейчас ее можно отправлять на передовую. Это вот так вот производил Советский Союз. Это называется грузопассажирская. Вот. Санитарная машина. Почему? Вот здесь медики сидят. Вот там, допустим, их инвентарь лежит, а ее можно эксплуатировать здесь вот. Группа там сидит, там по-разному. Ремонтировать советскую таблетку, так ее называют в народе, согласились профессионалы, которые готовят автомобили к трофи-рейдам, соревнованиям по преодолению бездорожья. Сейчас машина полностью продиагностирована. Проблема в основном коробка и трансмиссия по мостам. Сильно, конечно, там мотор. Капитальный ремонт будет слишком дорого стоить. Сделаем профилактику и будет ездить. Она еще относительно живая. Главная особенность – вместительность и проходимость. В принципе, и удобно ее там ремонтировать. Она простая в ремонте. Даже солдаты, каждый в нем разбирается. Автомобиль поставят на колеса уже через неделю. А вот так выглядит уже практически отреставрированный такой же УАЗ-3309. Эта модель немного новее, год выпуска 1999. Правда, состояние этой буханки было намного хуже, говорят волонтеры. Предыдущие владельцы продали авто с гнилым кузовом и поврежденными мостами. Мосты передние, задние заменяли жидкости все рабочие, тормозные, трансмиссионные. На восстановление УАЗика ушла всего неделя. Мастера работали с утра до поздней ночи. Теперь завершающий этап – покраска. Цвет болота автомобиль с покраской. Хотим, чтобы получился хотя бы пиксель. А там посмотрим, результат будет виден. А что такое пиксель? Пиксель – это как нового образца форма у солдат. После такого практически капитального ремонта автомобили должны прослужить минимум несколько лет, уверяют автомеханики. Правда, все будет зависеть от условий их эксплуатации. В ближайшие несколько недель обновленные автомобили отправят на передовую бойцам 72-й отдельной механизированной бригады.